Следующий символ наступающего 23-го года тоже представитель семейства кошачьих. И чтобы следующий год принес удачу, котика нужно задобрить. Поможет в этом выставка-продажа и край рыбы Камчатки. До Нового года остаются считанные дни, а значит, пора закупаться к столу впрок. В этот раз обязательно должны быть блюда из рыбы и бутерброды с красной икрой. И здесь есть все, что нужно из самого сердца Камчатки. Белорыбица, нерка, кижуч, чавыча и свежая, зернышко к зернышку, красная икра. Икра вкусная, натуральная. К новогоднему столу очень хорошо. Трое маленьких детей, для семьи стараюсь только натуральные продукты покупать. Новый год – праздник семейный. И обязательно с верой в исполнение желаний. А чтобы чудеса случились, нужно, чтобы символ года остался доволен предложенными ему деликатесами. Я пробую покупать не такая вкусная, а здесь вот именно свежая. То есть разница чувствуется. Она у нас вот даже кошка разница. В этот раз не стала есть эту магазинскую икру. Земля и небо. Вот вы не поверите, она не стала есть. Кошка чувствует. Она чувствует, там бесполезно с ней спорить. Если хочешь проверить, какой продукт, дай кошке. Кошка не соврет. Не соврут и специалисты. Рыба, которая растет в естественных условиях, богата питательными микро- и макроэлементами, полезна для кожи, пищеварительной и нервной системы. Мясо насыщено аминокислотами, витаминами В, С, омега-3 и 6. Подобрать подходящий вашему новогоднему столу деликатес на выставке продажи «Икра и рыба Камчатки» в ТЦ «Алмаз-центр» можно до 18 декабря включительно. Поторопитесь. Олеся Петровичева, Сергей Сюзев, телекомпания «Соль ТВ».